Мягкое мясо с густой подливой с овощами, вот что в нашем представлении гуляш, приготовить его легко. Традиционно готовят с томатной пастой, а мы попробуем приготовить без нее, будет вкусно. Хотите приготовить вкусный гуляш с густой подливой, но без томатной пасты? Нет ничего проще, вместо нее мы добавим яркие овощи, и гуляш получится отменным. В этом рецепте рассказано и показано, как приготовить гуляш без томатной пасты. Специи вы можете выбрать свои любимые, но паприку и куркуму я советую добавлять обязательно. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Мясо промоем и нарежем небольшими кубиками. Готовить будем в глубокой сковороде или в толстостенной кастрюле. Перекладываем мясо в кастрюлю, добавим паприку, куркуму, перец чили, черный перец и пару щепоток соли. Перемешаем, добавим столовую ложку масла и слегка обжарим. Теперь добавим к мясу 3 стакана воды, лавровый лист, душистый перец, перец цветной, доводим до кипения. Вкусняшки, подписавшимся. Затем уменьшаем огонь до минимального и тушим около часа. Очистим болгарский перец и нарежем небольшими кубиками, слегка обжарим его на растительном масле. Кабачки очищаем от кожуры. Если она жесткая, если молодая и мягкая, оставляем, нарезаем кабачки кубиками. И отправим к перцу на сковороду, накрываем крышкой и готовим на маленьком огне минут 20. Перекладываем овощи к мясу, тушим все вместе минут 7-8 после закипания. Муку размешайте с небольшим количеством воды и вылейте в гуляш, не забывая его при этом перемешивать. Добавляем сухой майоран, соль, тмин. После закипания пробуем гуляш, добавляем по вкусу соль. Вот и все, можно подавать блюдо к столу с любым гарниром. Подписывайтесь и ставьте лайки. А теперь ингредиенты. Свинина 600-700 грамм, кабачок или цукини 500 грамм, перец болгарский 3 штуки, паприка молотая 1 чайная ложка, куркума 0,5 чайных ложки, перец чили молотый 2 щепотки по вкусу, перец черный молотый 2 щепотки, перец душистый горошек 2-3 штук, лавровый лист 1 штука, мука пшеничная 3 столовые ложки, растительное масло 2 столовые ложки, тмин молотый 0,5 чайных ложки, майоран 2 щепотки, соль 1 чайная ложка по вкусу, цветной перец 4-5 штук, количество порций 6-8. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. До встречи на канале!